скажи, пожалуйста, вот эти Свети на ухажеры. Вот они звонят и трубки бросают. Да ну какие ухажеры? Ну это вон микроволновка прозвонила. Гренки пожарились. А ты вот все на ребенка только грешишь. А я слышу, что микроволновка поджарились, так возьми да достань. А это уже телефон. Алло, ее нету. А кто спрашивает? Вот, пожалуйста. А ты все на микроволновку грешишь. И вообще, Сережа, вот объясни, почему это у нас, интересно, в доме микроволновка и телефон одинаково звонят? Да, ну, наверное, потому что они оба это китайские. Не для того, чтобы тебя лишний раз позлить. А это у нас что еще такое китайское? А это у нас Клара Захаровна в компьютер рубится. Фаера! Смело, мы в бой пойдем, и не таких обыгрывали. Ее нет. А ты знаешь, Сережа, я что-то вот никак не могу привыкнуть, что у нас в семье появился твой ребенок. Ты знаешь, Таня, а я вот тоже вот никак не могу привыкнуть, да? Ну ладно, была бы она вот торва какая-нибудь. Тут все ясно. Взял ремень, треск по заднице, бац под затыльник. Наорал, в конце концов. Ты что делаешь, бегемотообразная Буратино? И все понятно, ну. А тут ведь такой прям одуванчик. Ты знаешь, я даже с ней вот иногда разговаривать боюсь. Потому что вдруг что-нибудь ненормативное вылетит. По привычке, да. Знаешь, Сереж, в тихом омуте черти водятся. Тань, да какие там черти? В этом омуте даже пиявок нет. Алло? Ее нету. Вот, Сереж, скажи, пожалуйста, вот уже звонят мальчики. Когда успела? Всего 2 дня как приехала. 3 дня, Таня. А ты бы помолчал, Сережа! Конечно, некоторые успевают и за 3 минуты все обделать. Вся в отца пошла. Ну, началось. Да, Сережа, началось. Причем уже давно началось. Только вот чем закончится, ты мне скажи, что я буду ваших еще внуков нянчить. Да, что ты сразу в панику-то ударяешься? Ну, это в их возрасте вот эти цветочки, вот эти звоночки. Это же нормальное явление. Да. Алло. Ее нету. Вот это, по-твоему, нормальное явление? Сколько их у нее, Сережа? Тань, вообще-то это в дверь звонят. Я открою. Бабушка, можно мы дома посидим? Это на улице очень холодно, а пойти мы никуда не можем, так как у нас денег нет. Сейчас спрошу. Нет ее. 6-й. 5-й, Таня! Возьми калькулятор и посчитай, если ты не можешь. Там Света пришла денег просить. Наверное, опять куда-то пойдет. А сколько? Сережа! А, ну да, конечно. Знаете что, передайте ей... Пусть за нее ее ухажеры платят. Ага. Нет? Не то? А, ладно, это... нечего шляться, где попало. Тут ей звонят без перерыва, а мы ей секретарши не нанимались. Пусть дома сидит. Тань, ты же так хотела сказать, да? Ну, примерно. Ну что вы стоите? Заходите. Нет ее. Ну что ты говоришь нет? Она же пришла уже. Пришла она? А где она шлялась все это время? Да и нигде не шлялась. На полчаса в интернет заглянула и все. Что ты тут сразу шлялась прям? Потому что, Сережа, шлялась. Господи, а знаете что? Я заглянула на полчаса, только почту проверила. Мне никаких вольностей. Нет, не видно, там ты письмо пришла, маленький. Мама, ну почему ты все время лезешь в разговор, не зная, о чем вообще речь? Сережа, с этим надо что-то делать. Что? С чем? Потому что ты отец, иди поговори с ней. Да, ну о чем? О половом воспитании, Сережа. Тань, ты женщина,
Ты поговори о половом. Сережа, я ей женщина посторонняя, понимаешь? Практически едва знакомая. Если бы она была моей родной дочерью, я бы пошла бы и поговорила бы. Господи, вы можете мне объяснить, о чем? О чем с ней надо поговорить? Я пойду и поговорю. Мам, ты сидела, играла в свой компьютер. Вот иди и играй. Вот именно. Сережа. Не могу. Да потому что Света со своим женихом сидит. С каким женихом? Ну, или не женихом, или как ты, вот с едва знакомым ей человеком. А может, и вовсе с незнакомым. Сейчас же они такие. Мама, ну ты зачем незнакомых людей-то в дом пускаешь? Вы сейчас сами сказали, нехай дома сидеть. Я и запустила. Мама, тебе было сказано, чтобы одна сидела дома. Сергей, пойди прогони его. Таню, ну как ты себе это представляешь? Ее нету. И больше не будет никогда! Папочка, познакомься, это Леша. Леша. Сергей Геннадьевич. Алексей. Очень приятно, очень приятно. Очень приятно. А ты, наверное, и спортом занимаешься, да, гад? Ага. Ну ладно, мне пора. Пойду я, Свет. Я его провожу. Ну что, прогнал? Ага, прогнал. Что, подрались, что ли? Да нет, просто на руках боролись. Я ему, знаешь, руку так хрусть и пополам, и так его так пинком с лестницы. Вот. И он, главное, значит, напоследок успел мне прям дверью прищемить. И так больно, ужас. Дать, может, что-нибудь холодненького, а? Предложите что-нибудь холодненького. Водки, может? О, точно, водки. Вот. Здрасте. Так, тебя как зовут? Лев. Ой, как страшно. Забудь этот номер, понятно? Их, значит, в дверь, а не, значит, в окно, да? Так, Лев сейчас встал и пошел. В каком смысле? В быстром, Лева, в быстром встал и пошел. Я вас не понимаю. Зато я тебя отлично понимаю. Тебя кто сюда пустил? Бабуля ваша. Мама, ну я же, кажется, просила тебя. Таня, я тебя не слышу, Адашеви, сейчас я выйду. Так, вот и ты давай, выходи. Давай, давай, выметайся отсюда. Я уйду, конечно, если вы так просите. А деньги? Тебе еще деньги понадобились? А, я знаю, сейчас. Ты сам уйдешь или тебе помочь? А ну давай отсюда, из моего дома! Уходи! Ухожу, ухожу! Чтобы я тебя не видела! Только вы меня простите, но... Я тебя не прощу! Вон из моего дома! Ее нет! И никогда здесь не было! Ну, Света! Погоди. Света! Света! Мы тебя предупреждаем, чтобы в моем доме никаких вот этих вот львов. Тут у нас не зоопарк. Чтобы этих никаких Вадиков, Эдиков и Игорев. Пожалуйста, наш телефон никому не давай. Сидеть дома и никуда не выходить. Понятно тебе? Тебе понятно? Нет, ты посмотри, она даже разговаривать не хочет. Мне никто не звонил? Нет, только Светы. Ага. Ой, ты гляди, Таня, работает. Света, а что бы ему не работать вдруг, мама? Ну, потому что, наверное, вы только... Потому что уже задолбали с этими звонками. Алло, ее нет и не будет больше. Угу, до свидания. Боже мой, ну ты посмотри, без конца просто. А мне, между прочим, Ирка должна звонить. Я от нее звонка жду. Она, наверное, пробиться не может. Алло, Ирка, привет. Ну, что ты мне не звонишь-то? Как звонила? Я тебе сказала, чтобы ты забыла этот номер? Нет, это я не тебе, Ирк. Тут у меня...
Ирка, алло. Мама, ну пойди хотя бы ты с ней поговори, она на меня вообще не реагирует. Всем привет! Что на обед? Сережа, какой обед вообще? О чем ты можешь говорить? У меня вообще руки опускаются. Ужас! Кошмар какой-то, между прочим, эти звонки, я не весь телефон уже оборвали, эти хахили ее. Кошмар. А домой, Сережа, я вообще выгнала, между прочим, собственной кухни, пинками практически. Еще на меня Ирка обиделась. Я ее, оказывается, в общем, ужас. В общем, ты собираешься воспитывать свою дочь или опять нет? Да что значит опять? Я уже сегодня один раз ее воспитывал. А я тебя сегодня уже один раз кормила. Светочка, не то, скажи мне, зачем ты так Таню напугала? Света! Что ж ты что, мою игру стерла? Да вон, сохранил я и вот файл. Точно? Да. Гляди мне, у меня там рекорд намечался. Ну ладно, гуляйся, гуляйся. Я потом доиграю. Ну? Ну шо, ну все нормально, общается, разговаривает. Что зря переживали? Мама, ну я, наверное, тебя не за этим туда посылала. А зачем? Вы что, издеваетесь, что ли, все надо мной? У них дочь пошла по рукам практически, им хоть бы хны всем! Да! А что ты вот с утра так завелась, что аж развестись никак не можешь? Ты ж сама орала, что это не твой ребенок! Ребенок, Сережа, слава богу, не мой. А вот квартира вот эта вот, она, знаешь, все-таки еще моя. А если кому-то что-то не нравится, если кому-то хочется разводиться, пожалуйста, вот нотариус за углом. Вот именно. Скатерть и дорожка. Девочка моя. Так вот, значит, из-за чего весь сыр-бор. Из-за вашей вонючей тараканьей жилплощади. Не сметь! Эх вы, москвичи во втором поколении. А я вот, знаете, Сергей Геннадьевич, не побоюсь, а и соглашусь с Танею. Потому что нам одного лимитчика в доме уже достаточно. Ах, вот вы как, да? Ну ладно, тогда я пойду сам воспитывать своего ребенка. Один. Свет, слушай, я вот тебя хотел спросить. А скажи, пожалуйста, почему ты с мамой, то есть с тетей Таней не разговариваешь? Я ее боюсь. Ты знаешь, я тоже. Но ты все-таки, знаешь, вот, реагируй, когда на тебя спрашивают там, ну. Я пытаюсь. Ну вот молодец, пытайся, пытайся, и привыкнешь. Я же привык почти. Вот, и, знаешь, еще один вопрос, то есть, нет, просьба. Ты скажи вот этим своим пацанам, чтобы они больше нам не перезвонили все время. А то, знаешь, тетя Таня нервничает. Ну, немножко. Так они же завтра уезжают. Куда? Как куда? В Барнаул, обратно. А я думал, в Израиль. Это ж наша хоккейная команда юношеская. Я у них в группе поддержки была. Ну что ж ты сразу-то об этом не сказала, дурочка? Таня, Таня, ты слышала? В группе поддержки. Да, слышала, слышала. Ну? И я слышала. Вот. Ты погоди радоваться. А вот этот, который утром приходил, он что, тоже хоккеист? Ну, хоккеист, хоккеист. Вот, я проверял. А да. Вот тот, которого я бейсбольной битой выгнала, который на кухне, который лев. Лев? А-а-а. Какой лев? Какой лев? Который у меня еще денег просил. В кепке такой. Ну это ж мой ремонтник был, холодильник мне чинил. Я же оглянула, света нету, я глядь вызвала и туда убежала. Ты ему денег дала хотя бы. 300 рублей, не больше. Я его выгнала. Эх ты, Шерлок Холмс в юбке. Ну что,
закончила свое расследование дела пляшущих хоккеистов? Сережа. Это, скажи, уже после всего, уже мне можно пообедать, а заодно и поужинать? Можно? Ну, можно. Ой, а можно я на хоккей схожу на стадион? Сегодня последний матч. Какой стадион? Нет. Никаких стадионов. Ты что, это опасно? Да что там опасного, дитё? Иди на стадион, куда хочешь, иди, а я доиграю, пока вот эти. Вот. Да, Тань, действительно, там ничего опасного. Это ж хоккей, а не этот футбол. Максимум, что вот страшного, могут шайбой попасть между глаз. Шучу. Ну, хорошо. Вот пусть ты с папой тогда и пойдешь, он тебя от шайбы закроет. Не-не-не, стоп. Нет, я не могу. Я адски устал. Просто адски. На работе весь день сегодня. Не спамши, не пимши, не емши. Как Сизиф. Ты сходи. Я? После всего того, что вы со мной тут вытворяли целый день? Мама сходит. Тетя Ань, я только присела за целый день. Ничего, мама. Присела, посидела, встала и пошла. Как в сказке. Ну, подожди, ну мне не надо когда-то этот рекорд добить. С вами никаких рекордов. Ой! Что? Радикулит? Он треклявый. Мам, мы все эти твои хитрости знаем. Какие хитрости? Если бы хотела хитрости, я бы, наверное, что-нибудь посерьезнее придумала. Белую горячку, или атипичку, или куриный гриб. Господи, боже мой. Это у меня скоро с вами белая горячка начнется. Что за шум? А драка, кстати, будет? Кстати, будет. Потому что этот, понимаешь, из себя Сизифа какого-то вытворяет. У нее, как всегда, радикулит, а девочке приспичило пойти на стадион на хоккей. А у меня, знаешь что, а у меня птичий грипп начинается. Ко-ко-ко-ко-ко. Куриный. Во. Ребят, ну чё, какие проблемы-то научила? Я до пятницы абсолютно свободен. Ну, могу сходить. Ура! Танюш, какое же счастье, что ты успокоилась. Потому что ты вот иногда бываешь прям такое прям. Сережа, успокоилась. Все забыли. Ой, а ты знаете, дети, я даже вот немного разочарованная. Не, ну оно, конечно, хорошо, что вот это все друзья, приятели. Ну что же она у нас такая страшненькая, что не может нормального хлопца себе найти. Мама. Ну ты хоть не начинай, накаркаешь сейчас опять. Иди. А с другой стороны, Михаил, он нормальный, но староват. Хотя жилплощадь, мама. Понимаешь? О, а вы что, уже вернулись? Ну и как вам хоккей? Великолепно! Наши продули 12-0. Вот и все. О! А что ты тогда такой радостный? Таня, Сергей, Клара Захарна, вы сядьте покрепче. Да мы вроде и так сидим. А вы покрепче сядьте. А куда уж крепче-то, Миш, ты меня хоть не пугай. Наоборот, я, может, сейчас скажу новость, и вы от счастья просто на пол упадете. А ну-ка, скажи-ка. Мы со Светой Сергеевной. В общем, Света самый светлый человек на свете. Извините за каламбур. У Светы светлая душа, светлая кожа. Это мы и без тебя знаем. Накаркала. Господи. Ты говори, что хотел. Извольте. Мы, ну, то есть я. В общем, я прошу руку
из сердца вашей дочери. Ну и стакан, конечно. Руку, говоришь, и сердце, да? Сережа. Не, а что, это можно. Сереж. Только в обмен на твою печень и селезенку. Сережа, остановись, Сережа, я прошу тебя, успокойся, Миша, что ты несешь? Сережа, я понял, а вы что, не рады, что ли, а? Считай до 10. Да вы что, не видите, как все радуются? Но к чувству радости добавляется беспокойство. Вот у вас, например, вот лично у вас, зарплата большая. 10! Боже! Убью. Сережа. Я убью сейчас его. Спокойно. Сережа. Сейчас просто убью его. Сейчас просто убью его. Таню! Сережа! 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 Спасибо, что проводили. Возьмите топор! Откройте! Света, ты меня слышишь? Света, слышишь меня? Света! Да нет ее здесь! Пошутил я! У Петросяна, между прочим, тоже бывают ошибки. Мы еще в этом омуте столько чертей наловим. Ну что, давайте спать укладываться. Давайте уже. Давай, тягни, ты как молодая, так первая. Я? Да. Давай, давай. 4. Да куда ты? Можно поживей как-то. Спать хочется. Скручивать надо было поменьше. Закрутила. 3. Что он так побежал? А это значит, что мы так очередь у туалета распределяем. Так, знаешь, сколько мы лет у этих очередях промучились в туалет? Ой, я тебя умоляю, пока я не придумала вот это жребие тянуть сегодня утром. Вот ты, к примеру, 4-я, значит, зубы будешь чистить где-то у 1:30. Потому как любят у нас некоторые с газеткой посидеть. Мама, ну хватит. Пойду пока постель для Светы готовить. Ой, а я посуду помою пока. Ой, Господи, куда же мне ее положить-то? Если Андрюха вернется, некуда ее положить. Ну, не на пол же ее. Ой, нет, любимую внучку уже на пол, и боже упаси. Ой, как... Когда она у тебя уже прям так любимой-то стала, успела? Ой, Тань, ну а как такого ни внучка и не полюбить? Яня, она же и добрая, и ласковая, и он посуду как намывает, ты видала? Ой, та я ее сразу как увидела, у меня внутри сердце как прыг! Как! Вот так. Да, Тань, не колотися.
То Сергей Геннадьевич с унитаза может быть подскользнулся. Вот он, ангелочек твой, полюбуйся. Ой, вся в меня. Две тарелки прямо укокошила сразу. Вся в меня. Я, дитя, знаешь, сколько била в молодости этой посуды? Ой, по восемь чашек. Правда, у дедушку. Простите меня, пожалуйста, но я нечаянно. Мой любимый сервиз, между прочим. Таня, вот это, между прочим, твой любимый, никогда не мытый, вечно стоит грязный. Я бы сама его чертанула уже с балкона в шорту. Завтра остатки прям молоточком потюхаю. Весь дом, весь дом. Слушай, Дитя, может, ты со мной валетом ляжешь? Как это валетом? А, не этой. Дамой. Нет, я валетом не хочу, Я легаюсь во сне, я очень-очень сильно, прям вот... А, тогда не надо, боже упаси. У нас Андрей легался. Так, знаешь, он этими ляганиями сколько деду зубов перепортил. Соти, мы ему-то после этого и... Тань, мы же ему после этого раскладушку купили. Ой, точно. Положим ее на раскладушку, а если Андрюха вернется, на полу поспит. А она на антресолях лежит, пойду Сереге скажу. Да и то так. А кто такой Андрюха? Андрюха, ну это твой братик получается. Сейчас я тебе фотографию покажу. Вот у меня все припасено. Вот гляди, моя кровинка. Вот он. Господи, кошмар. Это он после желтухи. А так-то у него лицо нормальное, бордовое. А где же он сейчас? А кто ж его знает? Ушел из дому и не вернулся. Ладно. Ты не встречала его там по дороге? Нет. И слава богу. Так может, в милицию заявим? Боже упаси, ты шо, а если найдут? Так хоть недельку спокойно поживем. Сейчас Сережа достанет раскладушку. Ага. Ах, Слепотский королевой! С твоими раскладушками! Кажется, я достал, Тань. Да это вы меня все достали уже! Мы спать будем ложиться сегодня или нет? Так, Света, марш мыться. Так я ж четвертая. Я сказала, марш мыться! Еще придумали тут какие-то жребии на старости лет. Жребий, так... Куда ставить? Вот сюда, Сережа. Сейчас. Сам знаю, куда ставить! Сейчас. Какие-то веревки накрыты, какие-то шнурки, какие-то закрутки. Видала вот это все нам хана. Вот эту отогните, вон там вот эта штука такая, крючковидная. Сей Андрей разбирался, малолетний, сам все делал. Вот ты именно, что у вас этот буратинообразный. Ушел из дома, только он один знает, как это... Космический этот аппарат работает. Ну ничего, так вы ноги растите, куда вы кидаете? Это детская постель моего внука. Ноги растопырьте и все. Дади себя ей раскладушку. И он, Господи Боже, я бы ты теперь, чтоб не храпела пониже, вот тут зафиксируйте, вот и вниз клань. Вниз вот так вот. Клара Захаровна! Вы можете хоть немножко помолчать! Таня! Ну, да, привет когда-нибудь, да и все вот это! Сережа! Ну, ось к черту, знаете, пойду коньяка для нервов выпью, да и все тут. Сереж, на меня подай чуть-чуть ее.
Ай! Ой! Мама! Кажись, меня звали. Шесть, дочь. Мам, ты мне скажи, пожалуйста, Христа ради, что там у вас ночью происходило, а? Вот именно, Клара Захаровна, ой, почему это моя дочь в туалете уснула, а? Нормальные люди в туалете не засыпают, ой. Даже я ни разу в жизни. Да ладно, уж сиди, уж помалкивай. Дети, я сама в шоке. Ой, фу я. Господи, вы меня видали? Она то вскочит, то ляжет, то зайдет, то уйдет, то прибежит, то убежит. Я глаз всю ночь не сомкнула. Света! Что, мам? Ой, тетя, ой. Скажи, пожалуйста, ты куда всю ночь бегала? На кухню водички попить. Не спалось почему-то. Почему-то? Ты давай отвечай. Почему-то это не ответ. Да? Может, тебе неудобно на раскладушке, что ли? Просто бабушка храпела. Ну, чуть-чуть. Ладно, давай. Тогда я в жизни не храпела. В жизни. Только если на 8 марта, когда выпью, так могу храпнуть разочек другой. Это она твою любимую лампу разбила. Как разбила? Мою лампу? Угу. Вот эту, которая с бахромой, которую Сережа мне на 8 марта подарил? Угу. О, боже. Мне самой, по-моему, немножко коньячку треснуть не мешает. Ой, божечки. Вот, значит, какую водичку-то пила. Не верю. Света! Не верю. Что? Ну-ка, дыхни. Зачем это? Хочу проверить, как ты зубки почистила. Да. Ну как? Что-то я не почувствовала. Давай сильнее дыхни мне. А ну, подожди. Как следует иду, вот так вот. Все понятно мне. Иди давай. Она. Ой, божечки ж вы мои, родные мои. Я-то думала, мне до старости лет Бог послал ангелочка счастья. А вы, Сергей Геннадьевич, мне такую вот подлость подсунули, да? Да? Поменяли шило, но мыло меня. Леху, хоть звони Андрея, вызываю, ну нас хоть не алкоголик. Да я-то здесь при чем, Клара Захаровна? Да, Максиня, ни при чем, конечно. Да, ни при чем. Прекратите. Ребенка надо спасать. Надо доктора звать. Точно. Давайте Мишку позовем, соседа. Ой. Здрав! Что случилось-то? Миша, удалась беда. Да я вижу, что беда. Случилось-то что? Беда случилась, Миша, но не с нами. Случилось, но не с нами, беда. Что ты уставился-то? Ой, Миша, 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 Миша. На света. Оказалось, алкоголь. Нифига себе! Ой, извините, вырвалась. И чё, она напилась и вас избила, что ли? Чё же избила? Мы сами. Но из-за неё. Сами, но из-за неё. Миш, чё ты такой тупой-то, а? Чё ты сразу тупой-то, тупой? Объясни сначала, потом тупой. Я сейчас объясню. Девочка. Ночью втихаря выпила коньяка и уснула в туалете. Ну так это нормальная реакция здорового организма. Ну я сам бывал. Миша, так она одна выпила без нас. А-а-а.
да. Ну, во-первых, вам обидно. Это да. Миша, а ведь я сейчас тебя ударю. Сережа. Интересно, чем? Поднимите мне руки. Ну, ладно, согласен, все, ну, успокойся. Ну, понятно, выпить в одиночку – это признак алкоголизма. И что она там теперь? Лежит, болеет, да? Если бы. В том-то и дело, что это вон мы все болеем. А ей, Миш, хоть бы хны. Представляешь, даже воду не пьет. Миша, а я вот думаю, может, это все-таки наследственное? Клара Захаровна! Ну ладно вам, не начинайте только сейчас опять. Христа ради, нам надо ребенка уже спасать. Ребят, я вообще специалист широкого профиля, но тут я не возьмусь. Нет. Да тебе еще никто и не даст! Вот чё? Спокойно. Я хочу сказать, что, Миш, тут нужен уже специалист узкого профиля. У тебя есть какой-нибудь знакомый там этот психолог, ну как его? Нарколог. Ага. Ну, чтобы он пожилой только был. Или лучше старый, чтобы столетний он был. А лучше, чтобы он был женщиной. Знакомьтесь. Аполлинарий Константинович. Аполлинарий Константинович. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Простите, но переломы не моя специфика. Да мы знаем. А у нас больная в спальне. А что вот это? Это семья. Семья больной. Понятно, прошу. Спасибо. Дети, а он узбек. Мам, ну что ты сразу, чуть что, про человека сразу узбек. Ты слыхала, как он сказал? Он говорит, семья больной. Это разве по-русски? Семья, это ж она, значит, больная семья, да? Он сказал, семья больной. Ничего не пойму. Здравствуйте. Здравствуйте. Так это вы больная? Чем? Не знаю. Сейчас посмотрим. Расслабьтесь. Немножко на меня. Расслабьте так ручки. Да-да-да, замечательно. Смотрите сюда. Сюда смотрите. Сюда смотрите. Сюда смотрите. Сюда смотрите, сюда смотрите, вот так. Куда смотреть? Смотреть? Подождите. А, замечательно, замечательно. А, замечательно. Ножку, как я. А, замечательно. Раз, два, три, раз, два, три. Ай, больно, вы чего? Да? Ну что, вот и не может быть, когда нет. Раз, два, три. Ой, да, действительно больно, извините. Извините. А, скажите, а что это вам напоминает? Андрейка. Андрейка? Какая Андрейка? Скажите, а это вам не напоминает? Женщину, находящуюся в парадигме страсти, рвущую на себе волосы и бросающуюся на вас. Нет, извините, не напоминает, нет. Нет? Нет. Странно. 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 Ну что же, знаете, давайте тогда все-таки немножечко сейчас с вами поговорим. Давайте. Только вы объясните, что вы понимаете. Хорошо, то все все понимают, а мне ничего не говорят. Да? Все-таки я не понимаю, ребят, ну она выпила целую бутылку коньяку и с утра хоть бы хны. Это ж какой стаж надо иметь? Что она с 5 лет начала, что ли? Почти. Что почти? С 4,5? Да нет,
бутылка почти полная была. Ну, я же ее надпила, когда открыла себе от нервов. Вот. Ну, там не надо на меня так глядеть. Я выпила там каких-то 100 грамм. Ну, 150 максимум. Вот же своей раскладушкой меня все нервы расшатал. Клара Захаровна! Тихо, Серег, тихо. Ну, 350, это тоже, знаешь, нехилая доза для ребенка. Это что ж получается? Получается, это она с 7 лет и 8 месяцев начала. Тоже нехило получается, а? Не получается, Миш, не получается. 350, в смысле, ну не получается, потому что я тоже пошла вечером, выпила сустатку на ночь. Ну заснуть-то я как-то должна была. Чуть-чуть-то, господи, да потому что вы достали меня уже своими этими всеми разборками. Тань, Тань, ну спокойно, ты чего? Ну ты ж взрослая женщина. 100 грамм перед сном, это даже медицина рекомендует. Но не ребенку. И не 250. Точно. Это получается, что она начала... Да, блин, здесь без калькулятора не обойдешь. Это, ну, в общем, ну, это... Ну... Ты что, коньяк допил? Да. Ну, больше-то не адская была, а адская боль. Адская. Ребят, получается, что она и не начинала, получается. Господи. А мы к ребенку психиатра выслали. Боже мой. А кто первый начал? Тихо, кто первый начал? Начал. Кто первый? Кто бутылку откупорил первый? Вот тот и начал. Вот именно. Ну, ну и что я? Да я откупорила, но я от нервов себе. А кто пугал где-то в туалете? Да я сам чуть до полусмерти не испугался, такая сидит там. Ну, ребят, ну тихо, вы что? Господи, ты-то что, тоже мне диагноз? Он ставит, да, понимаешь? Да, вот именно. Знать надо. Что знать? Ты что знать? Да, да все знать. Ты тихо, вы, ну чего? Да, ну, ты вообще помолчи, врач-убийца. А, кто придумал раскладушку ставить? Вот. Я придумала раскладушку ставить, ну и что? А кто сказал, что я храплю только по чуть-чуть, когда выпью немножко вот, возьму морда? Вот ты меня не давала моей девочке спать всю ночь, старая! Да! А кто ругался на дитя за битую тарелку? Не знаю. Я не ругалась, я воспитывала. Воспитывала. Это разные вещи. Ребят, ну вы чего, ну давайте потише. Да заткнись ты уже! До свидания. Подождите, подождите, до свидания. Стой, до свидания. Стойте, до свидания. Вы же нам не рассказали про нашу девочку, про Светочку, ну... Я должен вам сказать, что у вас абсолютно нормальная девочка. Ну вот, а я же говорил, что нам нормально. Конечно, хорошая. А вот с вами я бы, конечно, очень хотел еще поработать. Ну, пока, придурки. Передайте крекер. Пожалуйста, Клара Захаровна. Спасибо, вы очень любезны. Не стоит благодарности. А что это вы такие подозрительно вежливые, а? Что вы задумали? Да ничего мы не задумали. Свет, ты задумала что-нибудь? Нет. Вот, Света ничего не задумала, а вы с Кларой Захаровной тем более ничего не задумали. И Андрея ж нету. Моего любимого сынка. Все равно что-то очень как-то все это подозрительно.
Прям какое-то затишье перед бурей. Таня, да какое затишье? Что нам с Сергеем Геннадьевичем делить? Да, нам абсолютно нечего делить с Кларой Захаровной. Ничего. Кроме моей жилплощади. И моей зарплаты тоже. Ага. Только от вашей зарплаты все куры со смеху дохнут. Танчера вниз спустилась, хотела курей набрать на бульон. А нету, говорят, все подохли от куриного гриппа. А я думаю, неа, подохли от смеха. А какая жилплощадь, Клара Захаровна, такая и зарплата. А вот, вот уже и веселее. Ой, ну все, знаете, мне пора бежать будет. Так, ну-ка ты куда? Так меня сядь психотерапевтический. Мама, вы, конечно, может быть, и ничего и не задумали. А я, между прочим, если вы помните, задумала на сегодня Гену уборку делать. Какой сеанс? Ты вчера там была, мама. Да ну, доктор сказал, от ежедневных приемов лучший эффект будет. Ну ты погляди, да, я ж помолодела лет на 20. Я... Мам, куда смотреть-то? В каком месте помолодела? А если ты хочешь, чтобы я лягла и умерла, то я тебе куда не пойду. Ой, все, 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 только не начинай, я тебя умоляю, вот эти свои эти. Ладно, иди. Что-то прям какая-то она сама не своя последнее время, правда что? А мне кажется, она влюбилась в этого доктора. Какого? Который к нам на прошлой неделе приходил? Кажется, да. Да господи, когда она успела-то? Говорит, что с первого взгляда. Только, пожалуйста, не говорите ей, что я говорила. Ты мне просила вам не говорить, а то, если она узнает, что я вам говорила, Хорошо, я не буду говорить, что ты говорила. Господи, уже секреты у них какие-то. Ох, ну ладно, спасибо, все было очень вкусно. Я тоже пойду. Куда? Как куда? В ванную. А, ну ладно, иди. Ну, это, раз все пошли, я тоже тогда пошел. Сережа, куда ты? Таню, ты что, не знаешь, что ли? У нас традиция с друзьями, каждую среду ходим в баню. Сережа, ты что, с ума сошел? Ты в бане 10 лет уже не был. Тань, ну надо же мне когда-то начинать. Или ты хочешь, чтобы меня все мои друзья прокляли? А ты, значит, хочешь, чтобы я делала эту уборку одна, да, как проклятая? И Света тебе поможет. Света, Света ушла, даже посуду не помыла за собой. Тань, а потому что она боится. В прошлый раз, когда она разбила 3 тарелки, ты же ее запугала до смерти. Ну, а с ней надо понежнее, так, поласковей, объяснить все понятненько и так доходчиво. И она все сделает. Свет, сделаешь? Что? Вот видишь, все сделает. Главное только объяснить, что. Ой, ну ладно, все, я побежал, опаздываю. Ну, пока мой хороший, золотой, мой любимый, как и сегодня. Татьяна Юрьевна. Ой, да что ты меня прям... Татьяна Юрьевна, что я тебе, зверь, что ли, какой? Ты меня зови там, это, ну, тетя Таня. Хорошо, тетя Таня. Отлично. Значит, Света, смотри сюда. Господи, куда ты смотришь? А куда надо, тетя Таня? Вот сюда надо смотреть. Так, спокойно, спокойно, поласковей, поласковей. Слушай, Светочка. Да, тетя Таня. И перестань называть меня тетя Таня, я не могу это слушать! Что ты заладила, как попугай? Ну, в смысле, я еще не привыкла к этому, понимаешь? Вот, значит, смотри, это комната, это главное. Потому что здесь обычно убирает бабушка. Но сейчас ее нету. А ей нагибаться трудно, поэтому ты должна все, значит, пропылесосить тут этот ковер, вытереть вот там все обязательно, под шкафом залезть эти все дырки, убрать кассеты, протереть здесь пыль, цветок этот уже палит, в конце концов, под столом нужно вытереть, а то и нагибаться опять трудно, этот ее компьютер пылью все заросло, обязательно нужно протереть, шторы надо снять и постирать, окна помыть уже, в конце концов, лампочка перегорела в торшере, хоть бы кто-нибудь починил, так, плед этот нужно уже... Выхлопать, и розетка, ты посмотри, на соплях висит, кого-нибудь током дернет. Люстру нужно эту снять уже, протереть в конце концов, когда это закончится уже все. И шкаф навесить. Нет, шкаф я уже Сережу хотела попросить. Ой, ну, вроде бы и все. Запомнила?
Вроде да. Ну, если забудешь, я тебе напомню, ага. Ну, а пока... Ай. Ну, ладно, чего там. Иди посуду помой. Хорошо, тетя Таня. Ага. Света! Ты там только поаккуратнее, ладно? Хорошо, тетя Таня. Поласковей, поласковей. А со мной кто-нибудь будет поласковей? Я, может, тоже куда-нибудь хочу пойти. Что, мне пойти не с кем, что ли? И никуда. И есть с кем, и есть куда. И прямо сейчас пойду. Алло, Линуська. Здорово. Что делаете? Ой, слушай, а возьмете меня с собой? Клево, давай, хорошо. А почем билеты? Нифига себе. Слушай, а ты знаешь, я это самое, не пойду, у меня сегодня что-то там это... Дел куча там, ну, уборку затеяла, в общем, ага. Давай в следующий раз. Давай, ага. Все, пока, созвонимся, давай. Еще не хватало Бритни Спирс, ну, что ли, не видели? Такие деньги. Шмар. Алло. Алюсик, приветюсик. 300 лет, 300 зим. Ты где? Чё ты там делаешь? А-а-а. Ну, отдыхайте, отдыхайте, ага. Ну, давай, как приедешь-то, позвони. Пока. А я, между прочим, самолетов боюсь. И акул. Алло, Катюха, слушай, давай нажрёмся где-нибудь сегодня. А, что с голосом? Да это я простыла чуть-чуть. Я в смысле это самое, может, сходим куда-нибудь вечерком, а с тобой? Да? Слушай, так давай, давай тогда мы с тобой встретимся где-нибудь через... Секундочку. Нет, нет, в смысле, не через секундочку встретимся, а в смысле, ты это... Сейчас, погоди, на телефоне. Я сейчас... У меня там молоко убежало. Ага. Сейчас я его поймаю и убью. Света! Ты что тут натворила? Тетя Тань, вы простите меня, пожалуйста, тетя Тань. Я, понимаете, я понесла вот отсюда вот тарелки, я несла, я не знала, куда положить. Стопка была очень большая, и я уронила их сюда, пожалуйста, я у вас... Все, спокойно, спокойно, спокойно. Поласковей, поласковей. Ничего. Значит, я тебе просто недоходчиво объяснила. Ты знаешь что, давай я тут сама все уберу, ты ничего не трогай. Ничего не трогай, положи. Положи, ага. И иди в ту комнату. Давай, иди в ту комнату, там прибери что-нибудь. Там вроде бы бить-то нечего. Давай, давай. Я тут уж сама как-нибудь. Господи. Боже мой. Сколько ж нам счастья-то привалило. Алло, Катюха. Катюха, ты тут еще? Ага. Слушай, так я что говорю, давай встретимся через часок. Вообще-то нет. Давай через два. Да. Ну а где? Давай. У консерватории. А консерватория это какое метро? А, я тоже не помню. Я там тоже не была. Давай у патриарших тогда, ага. А какой точный адрес? Господи, они же круглые. Точно. Знаешь что, давай точно у мавзолея, давай. Нет, у мавзолея, это мы как с тобой там, мы друг друга вообще не найдем, там толпа. Хорошо, давай у большого, да. А, большой это который рядом с малым, да? А малый, который рядом с... Ага. Точно. Слушай, ну, конечно, давай у памятника Пушкину. Давай. Он как раз сейчас упал. А, нет, это я шучу. Слушай, ты повиси чуть-чуть еще, а? Ага. У меня там, знаешь, просто, по-моему, форточка открылась. Угу. Угу.
Света! Господи, ты как? Мы же его втроем не могли сдвинуть. Как ты так? Ну, протерла бы немножечко тряпочкой. Ну, чего ты делала-то, господи? Ну, и излишнее усердие-то оно тоже. Да, тетя Тань, я не двигала. Я просто уронила немножко. Как? Уронила я. Понимаете, вы же сказали дверцу навесить, да? Она же высоко, я полезла. Ладно, ладно, успокойся. Успокойся. Я же вообще-то это Сереже приготовила. А вот... Только ты, пожалуйста, здесь больше ничего не трогай, ладно? Ничего не трогай. Ты знаешь что? Иди, чтобы тебя такое попросить, безопасно сделать. А иди мусор выброси. Давай, выброси мусор. Только, пожалуйста, поаккуратнее, ладно? Не упади в мусоропровод, я очень тебя прошу. Хорошо? Алло, Катюха. Слушай, знаешь что? Я тут подумала, а что нам встречаться-то с тобой где-то? 100 лет нигде не были, так еще 100 лет подождет. Ты знаешь что? А ты приезжай ко мне, а? Давай, ты же у меня не была никогда. Только как бы тебе объяснить-то? Катя! Знаешь что, еще одну секундочку подожди, ладно? Ага, а то, мне кажется, мне там стучат, да. А соседка, ага, пришла, наверное. Угу. Молочка принесла. Ту, которая в курточку бежала. Света, ну дверь-то как? Тетя Таня, это не я, честное слово. Ты только мне не ври, Свет. Я же тебя не буду ругать, ведь правда? Я же тебя не ругала за посуду, за шкаф. Я же тебя не ругала. Ты мне только честно просто скажи, зачем ты подсунула под дверь гранату? Тетя Таня, это не я, это папа. А, это папа подсунул под дверь гранату? Да, да, с другом. Они вот... С легким паром. А ну пошли со мной, голубчики. Кто это? Стрёмишь? Разрешите представиться, Михаил. Миша. Миша. Вообще-то ты каждый раз, когда приходишь, знакомишься. Хорошо еще хоть приходишь, не часто. Могу чаще. Так, перестань, не надо. Просто у меня плохая память на имена и лица. Угу. Да? Также на телефоны мобильные, на ключи от дверей и на водительские документы. Точку! И даже на ботинки. Представляешь, хорошо избавить чужих ботинок. Что ты делаешь? Вообще надо, когда заходишь в квартиру, обувь снимать. Таня, ну они не снимаются. А как надевала, я не помню. Миша, совсем уже. Потом уберемся. Вы зачем дверь вышибли? Таня, а чё она не открывалась? А нам надо было с Михаилом Григорьевичем срочно в туалет. Она, Сережа, открывается в другую сторону. А я тебе говорил. А у меня в квартире она в эту сторону открывается. Вот. Ну и шел бы тогда к себе в квартиру. А мы ходили к нему. Один. И его дверь нас не пустила. А она же пустила. Узнала! А ты где была все время это? Где ты шлялась? Да, понятно. Так, успокойлись сейчас. Вас та дверь не впустила, а эта дверь не выпустит, пока вы ее не почините. Алкашня. Обидно. А у нас еще есть
Покажи все-таки. Так, у меня наивная, да? Вообще. Ну только это после того, как мы починим дверь. Ну какие могут быть колхозные рынки, ну? Чё? Ну в смысле, какие весной елочные базары? Какие базары? Короче, наливай, все будет. Так, подожди, послушай меня. Я сейчас буду подниматься, а ты откручивай. Я буду подниматься, а я скручиваю. А ты откручивай. Давай, я поднимаю. Поднимаю, давай. Подожди, я не могу откручивать. Ой, сейчас. Давай, я поднимаю, а ты откручивай. Серега, она не откручивается. Серег, у тебя нет крестообразной вилки? Крестообразной вилки нет. А что у тебя есть крестообразная? Если меня спрошу, у меня есть крестообразная, я тебе скажу. Из крестообразного у меня есть только крестообразная отвертка. Из крестообразного. Мы не ищем легких путей. Что делаете? Что вы делаете? Я же вам сказала, не ломать, а чинить дверь. Ну, правильно. Ты нам сказал чинить, а мы не начали чинить. Раз ты нам сказал чинить. Если бы ты нам не говорил чинить, мы бы не начали чинить. А мы, знаешь, чиним, чиним. Она только лучше становится. И мы думаем, будем до конца просто чинить. Сережа, Сережа, я про входную дверь говорила. А, про входную же мы уже и забыли. А у тебя, похоже, еще и на входные двери память плохая. Мама! Мама! Ну что ты звонишь? Ты что, не видишь, что ли, что дверь открыта? Ты что, мне на нервы специально действуешь? Да нет, Тань, то я гляжу, уже пора мелодию нам менять. Уже хочется что-нибудь подушевнее. Да? Еще скажи поласковее. Ты посмотри, что в доме творится, черт знает что. А по-моему, мир да покой, Танечка. Борис Иустинович сказал, что не главное, что вокруг, а главное, что в тебя в душе. А у меня в душе? Черт даже не знает, что уже творится. Света, золотые ручки. Вообще ничего в доме не осталось. Ни посуды, ни мебели. Даже двери теперь и то нету. А Борис Иустинович сказал, что вещи это не главное. Да? А мне кажется, что твой Борис Иустинович как раз на твою жилплощадь претендует, и никакой любви тут нет. Тань, что ты? Он мне все объяснил. Никакой любви не было. Он мне сказал, что это была мимолетная вспышка. Тань, ну в него четверо детей, 16 внуков и две жены. Куда я попрусь разбивать такую большую семью? Ну, договорились просто дружить с семьями. Завтра они до нас на вареники. Мама, по-моему, с нашей семьей уже вообще никто не будет дружить. Даже лучшая подруга и та ко мне не хочет прийти в гости. Ой, Танечка, да успокойся ты, дитё. Досчитай до 10, и тебе будет чудо. Психотерапевт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мама, ну где чудо-то? 7, 8, 9. Таня! Ой, Катюха! Как ты меня нашла? Ну, если другу плохо, друг всегда придет на помощь. А как ты догадалась, что мне плохо? А я как-то заметила. Ну что, посидим? Поболтаем. А посуду мы будем складывать вот здесь. А. Mm-hmm.
мальчика голода, ее обрыг на сердце высечен ароматами гладиол. Наполнить. Тань, когда кажется, креститься надо. Думаешь, поможет? Нет, ну это смотря чем креститься. Если гирей двухпудовый, то поможет. Возьмешь так гирю, раз 200 перекрестишься, и знаешь, какие банки будут. Не, ну не такие, конечно, как у Шварценеггера. О! Да мне не нужны банки. Мне нужно, чтобы живота не было. А чего? У тебя появился, что ли? А что это у тебя появился-то? Ты часом не это? Чего это-то, Сереж? С чего это-то? Постыдился бы, ветром, что ли, надуло? Ты знаешь, Тань, ты давай-ка без оскорблений. А вот если ты хочешь знать мое мнение про твой вот этот вот лишний вес, ты мне вот такая, даже больше нравишься. Ай, Рёня! Серёжа! Вот, Соня, нравишься! Маму спалася, вот так вот, дожилися. Такая страшная мама в тебе стала. Да это меня Серёжа просто щипает. Ой, ну а чё ж не пощипаться? Дело молодое. Вам щипаться, как воды попить. Воды попью как раз. Что вы говорите-то? Какое дело молодое? Мы просто обсуждаем Танину полноту излишнюю. Господи, какую полноту? С вами-то я знаю, не разжиреешь, Сергей Геннадьевич. А Таня разжирела. Сережа, да ты совесть-то пойми, на свой живот вон посмотри. Ага, вот именно, Сергей Геннадьевич. Вы на свой живот посмотрите. Мама. А в Тане живота еще нету. Что значит еще нету? То. А что? Должен появиться вот-вот, да? Сереж, что ты дурак? А ну рассказывай мне, кто у тебя есть. Давай, рассказывай. Ищи, Миша, похудеть, похудеть. Похудеть, похудеть, почки. Да нет, не почки. Похудеть, похудеть, похудеть. Потовые железы. Похудеть, похудеть. Че? Предстательная железа. Тайка, может тебе это просто таблетки попить какие-нибудь? Ну или там чаи для похудения. Могут дать эффект, поверь мне. Мишка, ты дипломированный специалист, веришь в эту лабуду? Мишка, даже я не верю. Вот именно. Ну ты посмотри везде, вот любой журнал открываешь и там какую-нибудь читаешь. Я, Клава Сидоркина, 3 дня попила эти таблетки, через месяц случайно обнаружила, что похудела на 30 килограмм. Ну, бред! Тут на 5 килограмм похудеешь, что юбка сваливается. Юбка, говоришь, сваливается? Точно. Танька, тебе нужно похудеть на 5 килограмм. Нет, на 6. Вот! Сережа, ну ты что, против, что ли? Нет, Тань, я не против, пожалуйста, худей на здоровье. Но без юбки я тебя на улицу не выпущу. У раков на этой неделе может вспыхнуть сильное желание к старому знакомому. Но ему, раку, то есть, надо применить фантазию,
Сережа, точно! Может, мне в фитнес-клуб записаться? Сейчас все записываются. Валька сверху записалась, Нинка снизу записалась. Да мне по боку твои. Валька сверху и Нинка снизу. Фитнес, это ж, наверное, как дорого-то, ну? Я же у тебя пока не олигархом работаю. Ну, я у тебя тоже, Сережа, не клуб Челси прошу купить, а всего-навсего-то тренажер. Вело, а, Сереж? Тань, сделаешь? Ну что ж, дурак, что ли? Ну а чё? Ну чё, прям сейчас, что ли? Ну прям сейчас. У меня охота. Тань, давай, сделай. А чё, блин, я так люблю это. Ладно, я сейчас свою старую машину буду продавать. Ну вот, так что будет тебе вело, будет и свисток. Ура, Сережа! 342 евро и ни копейкой меньше. Да сам ты пошел туда, тоже мне, блин. Не, ну что такое, а? Ну мы так с тобой никогда эту старушку не продадим. Что за страна такая вообще? Так, я сейчас не понял, а вы что, меня в инвалидный дом сдать хотите, да? Клара Захаровна, если она будет нам цепляться, мы никогда не продадим эту колымагу. Вот хам, а ну вы видали? Сам колымага, кто меня купит? Господи, мама, да успокойся ты, Христа ради. Мы машину собираемся продать. Сережа решил сделать мне подарок и продает машину. Машину деда Василия? Боже упаси, только через мой труп, вот так. Клара Захаровна, вы уже этот ваш труп который год обещаете. Давай, Таня, ищи варианты. Куплю. Ой, да чего ж фильм страшный, а, Свет? А вот эти, смотри, живые мертвецы, худые такие. А ты вот ешь все время. И не толстая. А вот знаешь, там еще на кухне, там в сковородке Танькин ужин стоит. Пойди, доешь его. Точно? Да точно, точно, иди. Иди. Не злитесь на меня, Сергей Геннадьевич. Кто? Вы. А, нет, а что? Вот и хорошо. Но машину продавать не дам. Как это? Так. А вот это продавайте. А что это? Это свадебный подарок мне. Красота. Мужа моего второго, Василия. Древнего рода, с висфальских земель. Жалко этих, земель-то этих. Чё же он их ограбил-то, а? Да сидите вы, что там ограбил? Он муху бывало не обидит. Муху не обидит. А вы что ж с ним не ужились тогда, а? Ну, во-первых, я не муха. Обижал он меня, конечно, здорово, с ребёночком. Я была там. В общем, продавайте вот это. Продавайте, купите Тане, что она хотела, велосипед там или этот фитнес. Какой? Вы знаете, Клара Захаровна, я, наверное, не могу. Первый раз в жизни вот не могу у вас что-нибудь взять. Берите, берите, продавайте, нате. Какие наши годы, господи. Будут еще у меня свадебные подарки. Спасибо, мама. А я играю эту роль, как в спину раненый король. Ля-ля-ля-ля. Сережа, чё? А кто мою порцию-то съел? Я же голодный, как собака. Тань, ну ты ж сама сказала, что ты худеешь. Ну я её и эту... Сережа, ну сколько можно есть-то? Ты-то толстеешь все, скоро шнурков не завяжешь. Завяжу, Таня. Не завяжешь. Завяжу. Правильно, Сергей Геннадьевич. С выпивкой пора завязывать. А я не про выпивку. У меня все под контролем. А что тогда на прошлой неделе в Валькину квартиру ломился? Так это, я задумался. Думал о возвышенном. О возвышенном думал.
и заперся на этаж выше. Понятно. Все теперь. Мама права, Сережа. Тебе надо завязывать. Тань, знаешь что? Не уводи-ка ты разговор в сторону. Речь идет о завязке шнурков. А это все, Сережа, между прочим, связано. Пьяный человек, он тебе, понимаешь, ни шнурки связать не может, ни штаны застегнуть. А вы располнели, что ли, Сергей Геннадьевич, да? Угу. А тогда вам и это и закуской бы завязать бы надо. Над землей летели Карлсоны солнечным днем. Ой, папуль, ты куда в такую рань собрался? Собрался? Я уже вернулся. Золото, бриллианты продавал. Шучу. То есть не шучу, продавал, конечно. Таньке подарок делать будем. А годовщина свадьбы у нас когда? Не помнишь? То ли в июле, то ли в декабре. Эх, зря я тогда водку пивом запивал. Ничего не помню. Так чего, подарить ты хотел? Может, на день рождения? А подарить хотел абонемент на полгода. Пусть Танька катается и радуется. Пап, ну ты вроде умный, да? Ну? А как женщине подарок сделать? Так я прям даже не знаю. Ну кто абонементу на трамвай обрадуется? Да сама ты трамвай! Паровозик из Ромашково. Это же вот, смотри. Абонемент в клуб здоровья. О, фитнес. Я, знаешь, ей под подушку положу. Она найдет, так она обрадуется. Только ты ничего не говори. Вот так. Тань, Слушай, а Светка куда ушла? Ты что, белье сменила? Господи, боже мой, сменила. Чего ты орешь-то так? А то постирала. А то не постирала. Ну, конечно, постирала, Сережа. А ничего не доходило, да? Ничего не доходило здесь, под подушкой у тебя. Ничего не доходило, а? Да что я должна была найти-то? Ты успокойся. Такой конвертик, такой маленький, беленький. Там в нем то, что я тебе обещал купить. Ты знаешь, велотренажера там не было. Уж, наверное, я бы заметила. Эй, тренер. Нас тренировать собираешься? Или так и будешь? На ноги наши пялиться. Успокойтесь, Татьяна Юрьевна. На ваши ноги я не пялюсь. Там пялиться не на что. Так ты тренируй лучше, чтобы было на что пялиться. Правильно. Так ему Танюха. Я не Танюха. Не Танюха? А как тогда? В абонементе написано, что вы Татьяна Юрьевна. Там еще написано, что я фитнесом должна заниматься, а не ерундой. Под управлением тренера, который только на ноги может пялиться. Все, успокойтесь. Не буду я ни на что пялиться. Да я ж тебе говорю, что он тебе этот купил. Клуб. Я же ему подвески свои отдала, старинные. Но думаю, продаст и тебе сделает что-нибудь приятное. Понимаешь? Вот, наверное, наша блудная пришла. Кто его просил клуб покупать? Я же просила тренажер. Что мы с этим клубом-то будем делать? Прогорим. Кто в него будет ходить? Светка, что ли? Ни записки, ни сказала ничего. Хоть бы позвонила. Где была? Да в клубе я была. Вашим, Татьяна Юрьевна. Так что, правда, что ли? Правда. Только вы меня простите, пожалуйста. Я больше так не буду. Так, я что-то не поняла сейчас. Прямо пойду сейчас в глаза ему все прямо и выскажу. Успокойся, сядь. Я, конечно, понимаю, что тебе было приятно пойти туда первой, в наш клуб. Ваш, Татьяна Юрьевна, клуб ваш. Что, прям все бумаги на меня? Да там все. Мне даже там нет. Ты успокойся, ты вообще можешь там работать с утра до вечера, если хочешь. И будешь пользоваться всеми тренажерами, чем захочешь. И сауны. Там сауна есть? Я не хочу там работать, там тренер противный. А мы его уволим. Правда? Вот здорово. И смотрю, главное, Валька идет. Ага! Сидим, значит. Отдыхаем, пиво пьем. Ты что, дверь не закрыл, что ли? Не закрыл. Дурак, что ли? Меня из военкомата должны прийти. Я всю жизнь жду. Вы знаете, я вот такой подлости бессовестной от вас не ожидала, Сергей Геннадьевич. Как вы
вы могли вообще так поступить? Взял и купил абонемент Светки от Ани в Дулю? Да что вы несете такое, Клара Захаровна? Я продал эти ваши висюльки эти и купил на вырученные деньги Тане абонемент. А Светка, значит, просто его взяла, из-под подушки вытащила и вместо Тани в фитнес пошла. Ну, я ей задам, одуванчик тоже. Чувствуете себя как... Неважно, чувствую себя так, вы знаете. У нас же такое дома, ой, я не знаю, как эта маленькая дрянь будет глядеть мне в глаза. Как вот она могла мою доченьку, мою кровиночку, Танечку, вот так обидеть, а? Как? Да хотя вы знаете, она же тоже меня кровинка. Кто? Светка. А, кровинка. Откуда она, кровинка-то? Откуда в ней ваша кровь? Ну что за медицинская тупость? Ну как это, знаете, вот этим вот своим поступком она выпила у меня стакана два, наверное, вот таких крови. А вы говорите, откуда кровь? И что же она, вампир, что ли, по-вашему? Ну, у детей всякие комплексы бывают. Ну, наверное, ей не хватает отцовского внимания. Да сидите же, откуда вы знаете? У вас у Барнауля с комплексами никого нету? А я не был в Барнауле. Я в тех краях только в Новосибирске был, да. Да. Вот, вот, пожалуйте. Вот и засветился. Чего, пожалуйте? Я проездом был. Я в этот, в Владивосток ехал. Ехал я. А в Бресте вы не были? Был. Аплодисменты. Ага. Вы вот этим самым мне сейчас сказали, что вы развели безотцовщину от Владивостока до Бреста. Все. Алло, Валентина, зайди ко мне на минуточку. Да, и можешь принести свой коньяк французский. Да я тебе потом ящик куплю. Света, я прекрасно знаю, что ты лучше, чем ты есть на самом деле. Пап, ну мне уже было стыдно, я уже извинялась, чего ты еще от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты перестала хамить Тане. Ладно. Ну, чтобы ты перестала вымогать у меня деньги. Ладно. Чтобы ты перестала вымогать у Тани деньги. Ладно. И чтобы ты перестала вымогать у бабушки деньги. У нее нет, у нее ты вымогаешь. Ладно. Ой. Ну что ж, Валенция, по-соседски-то так вот, скидку я тебе дам. Ну там, везде, везде, а вот насчет сауны-то я не узнала, подожди. Ага. Алло, клуб с дурацким временным названием «Похудейка»? Ну-ну-ну, говори, говори. А мне потом твою смену вычислят и доложат. Молодой человек, вы мне вот что скажете. У нас сауна есть? Есть, да? И турецкая тоже? О, и солярий? И бар? А караоке есть? Нету. Ну, ничего. Исправим. А вас, молодой человек, я премирую. Да. А я кто? Конь-пальто. Да ты ж в шубе. Господи, Валька, да что там шуба? Дарю! То ли еще будет! Ой.
Ух ты! Камюс! Камюс, камюс. Тебес. Наливай, Сережа, дорогой. Гуляем, да, Ванька? Ой, гуляем. Сейчас, сейчас. Только секундочку. Вот тут Света, Тань, тебе что-то хочет сказать. Ты, Свет, говори. Это Валюха, ты стесняйся. Она наша соседка, да? Давай, давай. Тетя Таня, больше никогда не буду брать ваш абонемент без спроса, который подарил вам ваш муж, мой папа, и положил его под вашу подушку. Я его там нашла и дура приперлась под вашей фамилией. Знаете, абонемент ваш, и вы будете туда ходить когда угодно. Только знаете, там Игорь, тренер противный, не ходите в его смену. А абонемент? Абонемент уже лежит у вас под подушкой. Вы найдите и обрадуйтесь. Абонемент? Да. Абонемент? Ну, я пошла. Абонемент! Миха, натворил я делов. Танька весь день со мной не разговаривает. Лежит ничком на диване. В одну точку смотрит и все. Да. Точки они доведут до точки. В смысле? В смысле, заигрался ты, засюрпризился, Геннадич. Надо было тебе взять абонемент, подойди к Таньке. На, Танька, вот тебе абонемент. Занимайся здоровьем, изурай себя до изнеможения, вплоть до потери пульса, вплоть. Миша, мне кажется, там кто-то есть. Ерунда. Тань, ты чё, ты перестань, не надо здесь, Тань. Тань, я один живу, я потом эту кровь сам буду отскребать, что ли? Тань, я очень боюсь крови, поверь мне, хоть я и врач. Я тоже очень крови боюсь, особенно своей, Таня. Серёжа, да, господи, ой. Я же из-за этих всех переживаний похудела на 1,5 килограмма, Серёжа, ой. Спасибо тебе, смотри. Я ещё в тапках. А вообще надо голый надо свешиваться. Да. Вот тебе голый. Сережа, мне теперь зато никакой клуб не нужен. Ты молодец, не моя. Ты моя теперь пусиночка. Да я тебя готов всю жизнь на руках носить. Ой, Сережа. Давай, Серега, бежат. Осторожней. Бежат. Господи, Сережа, змея юбка сваливается. Не смотрю. Ой, Светочка, как же мне вот этот кусочек сала Андрюшу напоминает? Моего внучика, твоего братика. Он сейчас где-то в Подмосковье в техникуме учится. У него там и подружка есть, Мариночка. Да? Ага. Конечно, он сначала Мариночку заимел себе, а уж потом придумал про техникум. А может, и не придумал, я не знаю. Знаешь, я, может быть, скоро уже прабабушкой стану. Вот так. Бабушка, а расскажи мне, какой он мой брат? Ой. Ну, знаешь, во-первых, он добрый очень, красивый.
Ой, а умный. Однажды подходит до меня так и говорит: привет, бабулька, в носу козюлька. Извини, бабуль, но что-то я в этом ничего умного не вижу. Я тоже ничего не вижу умного. А потому что пример был просто неудачный. Дом, милый дом. Вам кого? Я здесь живу. Вы, наверное, адресом ошиблись. Сама-то ошиблась. Давай, открывай быстрее. А ну, валим отсюда, лебеда проклятая! Может, ты правда ошибся. 2 недели все-таки дома не был. Дом, милый дом. О! Андре, здорово! Здравствуй, дед Миша. Ты чё? Я от Маринки ушел. Ко мне, что ли? Нет. Домой, я просто телеграмму не стал давать, чтобы сюрприз сделать. Мне? Родителям. Ну, идите домой! Чё ты ко мне так ловишься? Дом, милый дом. Кого там еще нелегкая носит? Да пришел какой-то лимитап вот с таким пакетом и говорит, что здесь живет. Вот подонки, а! Что только не придумают, чтобы заполучить нашу московскую прописку, да? И главное, прутся аж в Сибири. Бабушка, бабушка, давай лучше поговорим про Андрея, ладно? Какой он красивый. Ну, ты знаешь, вот если его рассматривать по частям, да, то каждая в отдельности вроде и ничего. А вот если соединить вот такой живот, вот такую попу и вот такие щеки, то и получится Homo гипопотамус Андрей Звездунов. Хватит. Очки у него есть? Конечно, есть. Ты понимаешь, ему без очков никак нельзя. Без очков его живо примут за поросенка и забьют на мясо. Достаточно. А ты что, дитё, спросила про очки? Просто, кажется, по вашему описанию, я только что родного брата домой не пустила. Серёжек, ну не расстраивайся, это была трагическая ошибка. Ты лучше расскажи, как ты у Марины, у своей жил. Давай. Тут не рассказывать, тут показывать надо. Ну так покажи. Штаны снимать придется. Андрей, ты же говорил, что ты там в техникуме учишься. Ну да, в техникуме. Вот поэтому зачетку и все самое ценное я в трусы и зашил, чтобы не украли. Не знаю. А вот, мать, вот все-таки вот в этих зачетках вот ни черта не поймешь. То ли дело школьный дневник. Все ясно предельно. Получил 2 по физике. Ремня. Получил 3 по химии. Ремня. Получил 5 по русскому языку. Ремня. Сереж, ну за 5-то почему ремня? За сочинение «Как я провел лето», где вот этот вот писатель Слонопотам описал, как мы ночью на даче у соседа навоз воровали. Что надо было написать, как мы с тобой на озеро ходили за голыми девками подглядывать? Да не было этого. А вот, кстати, вот вопрос. А что у тебя во всей зачетке везде только уд-уд-уд-уд-уд-уд-уд-уд? Это что? Это обозначает, что экзаменатор получил огромное удовольствие от моего ответа. А вот и неправда. Уд значит, что он на одни 3 учится. А стучать нехорошо. У нас в техникуме стукачам темную делали. Господи, как это темную делали? Ну как, набрасывали мне на голову одеяло и били всем техникумом. Мать,
У нас в семье завелся дремучий троечник. Неси ремень. Сережа, давай, давай на утро отложим, а? Сейчас он устал, ему бы поспать с дороги. А где он будет спать? Я раскладушку не отдам. Мы, ну, не расстраивайся, Андрюшка. Не надо. Мы давай его в спальне положим у нас. Так, где же мы его положим в спальне? На подоконнике или в шкафу? Сереж, ну тогда что, на кухне, что ли, постелить ему? Таня, на кухне ему стелить нельзя. Он ночью все продукты сожрет. Точно. Сожрешь? Андрюшенька, поспишь одну ночь возле ванной. Для вас ванная, для меня сортир. И что удумали, а? Родного сына возле туалета спать положили. Ты знаешь, ты это, ты не ной давай. Ты включи фантазию. Представь себе, что это не туалет, а кабинет. Твой личный. И как будто ты в нем по ночам работаешь. Пишешь книгу. Сережа. Приключения раздолбая. Сереж, перестань издеваться над ребенком. Спи, Андрюшенька, спокойной ночи. Спокойной ночи, беляши. Это не туалет, это кабинет. Это не туалет, это кабинет. Это не туалет, это кабинет. Вставай! Я в туалет хочу! Это не туалет, это кабинет. Это туалет и ванная! Пусти меня быстро! Это не туалет, это кабинет. Это не туалет, это кабинет. Кабинет. Ой, туалет, я книгу пишу. Ты зачем сосискообразная сардельца все продукты сожрал? Это не я. Меня подставили. Это Светка все сожрала. Неправда, я ничего не ела. Ага. А что тогда 8 раз за ночь в туалет ходила? Ну не ори на сестру. Да какая она мне сестра? Она самозванка. Пусть убирается в свой Барнаул. Андрей, как ты можешь так говорить? Как тебе не стыдно? Она папина дочь, твоя сестра. А я не верю. Где доказательства? Обвела вас, как лохов, вокруг пальца. В знак протеста объявляю голодовку. Андрюша, ну... А ничего страшного, ага. Ему полезно поголодать. Сереж. А я не себе объявляю, а вам. Буду каждый день съедать все продукты, пока она не докажет, что сестра. Ну, я не знаю, Андрей, глядь, не хухи одинаковые ж. Разные у них хухи. Одно левое, другое правое. Ага. Ну, а нос? Вот погляди, у них же одинаковые носы. У Светы, папы, нос. Нос можно подделать. Сейчас пластические хирурги за большие деньги могут даже из тебя, бабуля, Мерлин Монро сделать. А у нас папа, между прочим, родинки на одном и том же месте. Плохое доказательство. У вас нет на лице родинок. Я не про лицо говорю. А я вот сейчас возьму-ка ремень-ка. И это будет лучшее для кого-то доказательство. Сережа, перестань ты в самом деле. Ну что ты его все ремнем поришь? Он взрослый уже человек. Ты все пороть. А я, Таня, его пороть не собираюсь. Я его на этом ремне удавлю. Сережа. Пойдем, Свет, отсюда. Здесь какие-то звери. Андрюш, ну что ты в самом деле? Ну ты же помнишь, мечтал, когда был маленький, чтобы у тебя сестренка была. Ну если уж решили выполнять мои желания, то начинать надо с собачки, с хомячка, с волнистого попугайчика. А сестренка у меня на 42-м месте была. Между верблюдом и одногорбым верблюдом. Так, хватит. Мне это уже все... надоело. Сейчас же пойдем к Мише, и пусть он с помощью медицины поможет нам установить отцовство. Интересно, это дорого. Что, мама?
Ну, из меня Марлин Монро сделать. Ну, что вам сказать? Нужна генетическая экспертиза. А что это? Ну, как бы вам объяснить? И попроще. Ага. А, ну если попроще, да, да то, да, ну, да. Когда при анализе аллельных факторов в полиморфных генах устанавливают факт идентификации ДНК-профилей и объектов, которые вы экспертируете. Я понятно излагаю сейчас? Излагаешь понятно. Конечно. Объясняешь не очень. Давай это своими словами. Ага. А я своими словами? Научный слэп! Эрудированного медика. Ну, давай тогда это моими словами. А, если твоими словами. Ну, понимаешь, когда мужик с бабой чих-пых... Миша, давай, знаешь, как-нибудь его словами, но не при ребенке. Короче, вот вам адрес, по которому расположена лаборатория. Понятно? Вот там поезжайте туда, там все расскажут, покажут, отцовство установят. Вот, а заведующий там работает Люська. Люська, да, давно моя знакомая. Она меня часто выручала. С отцовством? Да нет, до отцовства не доходил. Просто выручал. И часто. Короче, Серег. Бери Андрейку, Свету и мандруйте кровь на анализы сдавать. А мне зачем кровь на анализ сдавать? За компанию. Чтоб дали полный генетический расклад. Понимаешь? Кто сестра, кто брат, кто сват, а кто отец-дегенерат. Чего? Ну, шутка, ладно. Я так пошути. Про свата. Книга говорит, что гены – это такие маленькие штучки, которые передаются от родителей к детям. Что они там, нашу квартиру имеют в виду? Не, еще меньше штучки. Гены отвечают за формирование индивидуальных личностных характеристик, причем... что. Слышь ты, я в твои годы. Уже девчонками интересовался, а не этими генами. Тут про девчонок тоже есть. Если девушка залетела, а ее парень не признается, то Ольга может с вероятностью 99% доказать мое отцовство. Постой, какая такая Ольга? Беременная такая, из техникума. От кого беременная? Говорит, что от меня... Потому что у меня прописка московская, а вот у Петьки Шмакова вообще никакой прописки нет. Постой, постой, при чем здесь Петька Шмаков? Вот она говорит, что ни при чем, хотя все время плачет беременная. От кого? От меня. Беременная от кого? Плачет от меня, потому что я хожу и издеваюсь над ней. Засуну себе баскетбольный мяч под майку и хожу по комнате, пока она Петьке Шмакову глаза выцарапывает. Постой, сынок. Ну-ка давай четко и ясно мне ответь. Кто такая Ольга и от кого она беременная? Говорит, что от меня, потому что у меня прописка московская. Хотя все так говорят. Кто все? И Танька, и Лиска, и Анька, и Марфа Петровна, вахтерша. Все от тебя беременные? Все говорят, что у меня прописка московская. Фу ты, идиот, а! Там следующего зовут кровь сдавать. Иди давай, сдавай, книга... пока я сам тебе кровь не пустил. Можно? Спасибо, Люсь, спасибо. Обязательно. Ну, а как же? Пока. У меня для вас две новости. Одна хорошая,
а другая смешная. С какой начать? Начните со смешной, про Светку. Не, смешная как раз про тебя. А про Свету хорошая. По данным генетической экспертизы, она твоя дочь, Серег. А теперь смешная. У Андре с отцом общих генов не обнаружено. Сережа, я только одного понять не могу. Почему ты мне не веришь, а веришь какой-то там экспертизе? Не какой-то там, Таня, а генетической. Я давно догадывался, что этот свинопотам не моих рук дело. Сережа, да вы с ним просто копия. У вас даже родинки на одном и том же месте. Да, только у него почему-то это самое место в 3 раза шире, чем у меня. Сережа, да у вас с ним вообще все привычки одинаковые. Вы голову чешете одинаково. Таня, я свою голову не чешу, я ее мою. Глупо. И привычки у нас не одинаковые. Я, например, в эти шахматы дурацкие не играю, а он да. Здорово, Серег! Здорово. Что-то башка чешется. О, Андрей, давай сыграем в шахматы. Начинают закрадываться смутные подозрения. Дядь Миш, а у вас девушки на осмотре полностью раздеваются или только до пояса? Зачем тебе это? Да решил техникум бросить. Поступлю в медицинский. Мечтаю на доктора, как вы. Молодец, сынок! Давай, двигай в медицинский по моим стопам. Тем более, я смотрю, у нас с тобой много общего. Сынок, говоришь, много общего, говоришь. Ну-ну. Все, хватит у меня на шее сидеть. А у кого теперь мне на шее сидеть? А иди вон, к отцу своему родному, к этому Гиппократу недоделанному. У него и сиди. О, Андрей, ты че приперся? Буду на шее у вас сидеть. Теперь вы мой папа. Не-не-не, Андрей, я не твой папа. Вы сами говорили, что у нас много общего. У нас много общего, но не моя квартира. А говорили по стопам идти. А ты иди по стопам, правильно, в медицинский, но не в мою квартиру. Вот. Родного сына не признал, да? Кровиночку к сердцу не прижал. Ну-ка прижимай кровиночку. Не пущу! Сынок, ты знаешь, тут вот из генетической лаборатории звонили. В общем, они данные перепутали. Ты опять мой сын. Так что возвращайся домой. Ну, слава богу. А то я уже чуть было не признал кровиночку. А это где я спать буду? Ну, видимо, как вчера. Возле сортира. Плодил детей на свою голову.